Казани 16 сентября прошел Всероссийский день бега «Кросс-нации-2017». Самый массовый забег длиной в 1 километр собрал более 20 тысяч участников, среди которых были представители различных возрастных категорий и уровней спортивной подготовки. Я поддерживаю здоровый образ жизни. Каждый год принимаю участие и в «Кроссе нации», и на «Лыжне России». Мне это нравится, я этим живу. Соревнования были открыты школьниками, которые сдавали норму бега ГТО на 2 километра. За ними на старт вышли профессиональные спортсмены, которые испытывали себя на дистанциях длиной 8, 6 и 4 километра. А уже после состоялась торжественная церемония открытия. Главными на мероприятии стали многотысячные массовые забеги. Победители соревнований наградили кубками, медалями и дипломами Министерства спорта России. Аурелия Сташкова, Иван Евсеев, Универньюз. Thank you.